Здравствуйте, дамы и господа. Приветствую вас всех, кто меня смотрит. С вами вновь Николай Партийный. Это игра Hearthstone, карточный град компании Blizzard. Продолжаю играть в эту карточную игру. Значит, сегодня решил вновь сыграть в нее. Игра потасовка. На острие атаки. Хватит прятаться за спиной у своих существ. Защищайте их. Этой потасовке герой получает способность провокация. Значит, я собрал магичу, так как, в принципе, вы можете вообще атаковать в лицо. Немного зачисток здесь. Начнем. Чародейские стрелы. Монозмей. Ледяная стрела. Два железноклюва. Ученица чародея. Забытый факел. Интеллект чародея. Кольцо льда. Ледяная преграда. Раздвоение. Поджигатель. Конус холода. Огненный шар. Эхо медива. Эфириал чародей. Древние исцеляторы. Императоры Таурисан. Волна огня. Доктор Бум. Рагнарос. Единственная, да, проблема то, что поначалу могут заспамить очень стол, но в принципе вы тоже спамите, там раскручиваете, разбафываете существ, и урона будет крайне больше. А поджигатель там может вообще весь стол зачистить. Если, конечно, вам зайдет. Но если не зайдет, то в основу проигрываете, как и всегда бывает в Hearthstone. Это киберспорта, богов рандома и богини удачи. Не стоило напрашиваться. Это мы еще увидим. Так, тут я думаю скинуть все, кроме ледяной стрелы. Может быть, там начальные карты можно завалить. Вот, отлично. Начало, да, мне зашло. Но обратно же, видите, если бы у меня была монетка, я смог бы сыграть поджигателя. Вот, и поджигателя сразу не убьешь там. То есть через монетку можно было там спокойненько разыграть и поджигателя, и ледяную стрелу. Неплохо так было на четвертый ход. Эх, медива тоже неплохо. То есть можно пинговать, например, существ, но нельзя, например, атаковать целенаправленно, там, если у вас оружие какое-нибудь. Это проблемно. Что, давайте посмотрим, что у нее есть. Там лед, может быть, еще что-нибудь. Выманим пару спелов. Повелителю огня. Блин, это, наверное, умрет, товарищ. Начинаем тут разгон. Овца, да, полетела овца. Ну ладно. Эй,
Обидно, не пришли первые дропы, там она змей. Я мечтаю быть похожей на тебя. Я с этим покончу. Своей мощью! На. Забылся, что нельзя атаковать, но видите, вот. Таурисант вообще просто идеально заходит. Хана там накидает на стол. Вот, на огня. Нормально. Зашел. На, вот бум, вообще просто стоп дек. Я готов, а я не готов. Останется только один герой. Сожжем к чертовой матери тут все. Эта партия за тобой. Все, вот так вот мы выиграли, ну видите, да, там она отбивалась неплохо, но все равно бум сыграл свое. Ну, в принципе, понятно, да, то есть магичка не смогла отбиться, несмотря на то, что у нее даже монетка была. Главное, сборная колода ваша. Так, ну чё? Рексар! Да начнется охота. Не стоило напрашиваться. Так, ну что тут, в принципе. Ученицу, наверное, я думаю, скину. Вот, вот, отличное начало. Монозмей. Жалко, что монетки нету. Дело сделано. Так, ну понятно, да, тут все разгоняется. Вот, просто идеальное начало. Осталось еще поджигателя нарыть. И все путем будет. Вот хитрюга такой, ладно. Я служу повелителю огня. То есть это в основном охотники, такие хитрюки. Но если у кого-то получше, то все, они отъезжают эти делают там. Понимают, что дайте не заупит меня никак. Все в лицо идет, там пытается что-то. Но это все уже, как бы вам сказать. Проигрыш. Сейчас там не нарут какое-нибудь заклинание, которое всем там по два наносит. Я буду просто тупо упить и упить. Уже собаки идут, все. Идите сюда и сражайся, трус! Все, лишь бы зачистить тут. Он зря сделал. А собаки только могут в лицо идти. У меня там брони дофигища, хило дохренища. Просто ханту рожу ломаем. И он тоже сдается, короче, не будет сейчас.
Я стоп-дека любую карту поднимаю и играю. Неважно, он все собаки не могут атаковать. Что-нибудь там загрызть. Он мог загрызть какие-то поджигателя. А, он так и сделал, да? О. Собак пришел, конечно, не лучший вариант. Стоп-дека, доктор, бум второй раз. Эх, собачонка сдохла. Ну все равно бомбы его добьют. Не знаю, что он там решил сгодить. Ну вы понимаете, да, что тут дальше будет. Фардбол в лицо и заседал. Моя магия сокрушит тебя. Ну как-то так все это играет, сами заметите. Отличная колода, отлично играет. То есть зашел и выиграли. Тут много раскладов, два хиллера. Ледяная преграда, два раздвоения, там, например, поставили раздвоение. Вот, то есть на того же эфириал чародеи. Получили там двоих и нормально уже. Но в основном, да, там на поджигателя ставится, либо же на какого-нибудь там Рагнароза, Бума, блин, или бомбы те же. То есть монозмеем, с монозмеем там или ученица отлично сыграет. На этом я закончу, надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, до новых встреч.